строит одноподъездный пятиэтажный дом на 40 квартир под расселение. Строительство с декабря 25 числа. 25 декабря. Да. Какие-то проблемы, трудности есть? Да пока, слава богу, нет никаких. Как проблем. Жители реагируют? Ну, по-разному, в общем-то, находим общий язык. Проблем пока нет. С подъездными путями? Вот жалуются, что дорога, не дорога? Или пока все нормально? Не, ну у нас по проекту есть план проезда дорог. Поэтому, ну, весна придет, будем, значит, подсыпать где-то что-то, потому что тут и грунтовые есть, и щебенка. На асфальт мы не выходим, вот у нас есть объездные пути. Поэтому... В ближайшее время уже начнется биение свай, да, я так понимаю, судя по машине. Да. Когда по контракту должны закончить? По контракту 24 декабря должен быть сдан в эксплуатацию уже комиссия. Ну, а фактическое завершение это октябрь, фактическое, да? Завершение 17 октября. То есть уже есть вероятность, что все-таки ачинцы получат жилье в этом году? Ну, будем стараться, чтобы люди получили жилье. У организации опыт есть в проведении таких работ? Конечно, в Красноярске много зданий, сооружений, не только жилые, но и бытового назначения все возможно. С рабочей силой какие-то трудности есть? Нет, с рабочей нет. С материалами тоже нет проблем? Нет, пока все идет ровно, слава богу. Начало пока нормально.